До Дня Незалежности на всех буйных мемориальных комплексах пройдут митинги и церемонии складания кветок. 3 липня урочистое мероприемство у Гомеле у 10:00 ранницы открыли святочное шесте с уделом ветеранов войны и працы, керавництва региона и горожан. Все лето видовище будет особливо маляуничим. На переде колонны пронесут 22 гербы Гомеля и всех райцентров, а так само ручники с их названиями. Шесте дойдет до вечного огню, где пройдет митинг и церемония складания кветок. Затем свято протягнет забавляльная программа. Мы приглашаем гостей праздника на свято вышиванки, которое пройдет на улице Ланге возле здания медицинского университета. Состоится праздничный концерт. Кроме того, ожидает гостей большая выставочная панорама, подготовленная учреждениями среднего специального образования, профессионально-технического образования. Свои выставочные панорамы представят районные центры Гомельской области. Забавляльные мероприемства будут проходить во всех районах областного центра. Причем до свята рыхтуют не только концерты и выставы, а и экстерьер некоторых объектов областного центра. Так, уже зараз можно убачить пероутворения, которые отбываются на площади Ленина. До свята завершится реконструкция фасада областного драмтеатра. Подходит до конца работы по обновлению огороджи центрального парка. Ее плануют надать такий же колер, у які уже офарбовали драмтеатр. А кроме того, на площади выставили велизарные катки с туями. До 3 липня их з'явится еще больше. У агульной складанности каля 200. Рыхтуются до святой у районных центрах. Так, у Ветцы пройдет веломаскарад. У Житковичах забеги на роликовых коньках, скейтах и гироскутерах. Так само там выберут мисс вышиванку и самого моцного житковчанина. У Октябрьским здесь виртуальная экскурсия у минулое, а у Хуйниках пересовные выставы на автомобильных колах и хореографичной композиции, просвеченной творчести Янки Купала и Якуба Колоса. До речи, сёлета у святочной программе у вогуле шмат новаций. Супрацовники дают у першиню проведут масштабные показальные выступления по худкостным маневрованию и представят выставу специализованной техники. День независимости – это праздник каждого жителя нашей страны. Но также 3 июля – особенный день для всех сотрудников госавтоинспекции. Это день образования нашей службы. Именно поэтому в этом году на площади мы устраиваем большое профилактическое мероприятие, которое будет состоять из нескольких площадок, и которые будут интересны и маленьким, и взрослым участникам дорожного движения. И, вядома, свято не обыдется без подарунков. 29 червня отбудется урочистое открытие кинотеатра «Спадорожник» у агрогородку Чырковичи Светлогорского района. Первого в Украине лишбового кинотеатра у агрогородку. А 3 липня о 12:00 отбудется урочистое открытие опошнего реконструированного участка набережной раки Сож у Гомеле. После открытия у всех чекает забавляльная программа с выставами, городом майстров, аттракцион, музычными и интерактивными пляцовками. Завершить святочный день у областном центре акция «Проспеваем гимн разом». Кульминацией программы станут фейерверки. Яны отбудутся у 23:00 во всех районах Гомеля. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадио, компания «Гомель».